Сільськогосподарча культура – амаль що стратегічного значення. У гэтыя дні господарки в області ущільною приступили до уборки кукурузи. Чому така увага надається царице полів? Які задачі стоять перед аграріями у нарыхтовці кормової бази, довідалися наші кореспонденти. Тільки-тільки працівники сільської господарки означили одно з головних святів года – обласні дажинки, зі столи подзяки прогучали у адрес тих, хто унес свій почесний уклад у головний каравай в області, як пора знов виходить у полі. На Брещині у розгари уборка кукурузи і нарихтовка кормової бази для зимового стойливого періода. Сільськогосподарчий витворчий кооператив Рогознянський Жабінковського району на сьогодні уваходить у десятку ліпших господарок в області. Основна криниця доходів – продаж м'яса і молока. Тому тут добре розуміють, що такое кормовая безопасность для живёлы, отсюль и подход до справы. Кукуруза в этом году уродила у нас хорошая очень. Значит, она вся у нас белорусской селекции. И вот, в принципе, с той задачей, которая перед нами стоит, и необходимо заготовить количество силоса, то мы заготовим. В день мы заготавливаем примерно 600-700 тонн. Физически можем и больше, но качество уже приготовления силоса будет не то. Поэтому вот по нормативу где-то в пределах 700 тонн мы заготавливаем. При этом все работы по нарыхтовце кормов у Рогознянском выполняются своими силами. Амаль няма и цякучки кадров. У нас практически нет текучести кадров, так как зарплата у нас самая высокая в Жабинковском районе. И сегодня вот механизатор, который вот на КЗР, ну, на Ягуаре заготавливает корма, он получает в пределах $1000 в месяц, имея каждый гарантированный в неделю один выходной. У целом по Жабінковском районе бягучий год специалисты лічаць вельми урадливым на царицу полёв кукурузу, без утримання якої нельга уже уявить сбалансованные кормы для буйной рогатой живёлы на зимовый стойловый период. Планируется в текущем году заготовить 158 тысяч тонн силоса, 41 тысячу центнеров кормовых единиц, из которого планируется заготовить столько кукурузного силоса. На сегодняшний день в 9 хозяйствах работает 14 звеньев по уборке кукурузы на силос. Все лето в области под кукурузу было отведено около 170 тысяч гектаров, что по разликах специалистов дозволит обеспечить уластную кормовую безопасность до наступного года. У этой дни уже убрано около 50% всех площадов на силос. Другий этап уборки пройдет ближе до листопада, когда кукурузу будут убирать на зерне. Богатый все летний год на Брещине и на иншие сельскохозяйственные культуры. И самый пик работ сегодня – это убрать нужно кукурузу, прежде всего заготовить корма. Кукурузы, если мы зерна 1,5 миллиона тонн собрали, ну и 1,5 миллиона тонн соломы адекватно, то нам кукурузы более 3,5 миллионов тонн нужно убрать одной кукурузы. До 1 миллиона тонн нужно убрать сахарной свеклы. 350 по 400 тысяч убрать картофеля. Плюс к этому нужно сегодня посеять озимые на площади 220 тысяч гектаров. Поэтому действительно самое напряженное время сегодня у аграриев. І кожен час він дорог. Юрій Печур, Олександр Сівіцький, обласні новини, Жабінковський район.